Вы смотрите видео об отеле Palace. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Palace расположен в стране Израиль в регионе Нетания и относится к классу гостиниц с числом звезд 2. На берегу Средиземного моря с видом на бульвар и берег моря. Рядом находится торговый центр. Ближайшая автобусная остановка в 300 метрах, до вокзала 7 километров. Отель расположен на побережье Средиземного моря, недалеко от развлекательных и торговых центров и городского парка Нетании, в 300 метрах от ближайшей автобусной остановки. Отель представляет собой четырехэтажное здание в современном стиле. Из лобби, бара и ресторана отеля открывается вид на пляж Нетании. До международного аэропорта Бен-Гуриона, около часа езды на автомобиле, 45 километров. Вариант для очень скромного бюджетного отдыха. На территории отеля имеется прачечная, химчистка, парковка за док. Плату, прокат автомобилей, бизнес-центр, обмен валюты, обслуживание номеров, есть русскоязычный персонал. Недалеко от отеля есть мини-маркет. Основной ресторан отеля – лаунж, бар. В номерах есть кондиционер, телевизор кабельное, ТВ-телефон, мини-бар, кабельное. ТВ-номерной фонд отеля состоит из 68 номеров стандарт-рум. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть, предоставляются услуги по организации и проведению мероприятий для групп до 400 человек. Для детей есть няня по запросу. Городской песчаный шезлонг и зонтики платно. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.